что в доме хозяин снова демонстрируют боевики Айдара. Несколько человек в камуфляже, представившись членами этого батальона, захватили здание сельсовета в Полтавской области. Воспользовавшись временным отсутствием председателя, они заблокировали вход и не пускали внутрь даже сотрудников администрации. Как передают украинские СМИ, айдаровцы действовали в интересах предпринимателя, который пытается добиться выделения земли под свой бизнес. До сих пор местные власти ему отказывали, и вот в ход пошли другие, более весомые аргументы. Происходящее попытались вмешаться жители, в итоге от рук боевиков пострадала женщина. Ее, как сообщается, избили.